Минуло ровно 22 года после чудовищного теракта, который оборвал жизненный путь духовного лидера мусульман Дагестана муфтия Саида Мухаммада Хаджи Абубакарова. В тот черный день религиозный деятель приехал на пятничный намаз в Джума-мечеть Махачкалы на своей машине. В момент призыва на молитву раздался оглушительный взрыв, унесший жизнь муфтия, его брата и водителя. Саид Мухаммад Хаджи Абубакаров был борцом за истинные духовно-нравственные ценности, выступал за справедливость, проводил большую работу, направленную на укрепление позиций ислама в обществе, просвещение и воспитание молодежи. Его гибель стала невосполнимой утратой для всего Дагестана.